специальное предложение сегодняшнего дня, потому что в каждом эфире у нас есть главный товар дня. Это шуба Элен. Посмотрите, это восхитительный эффект, который напоминает нам шубу из меха шиншиллы. Это супер бестселлер, который согреет вас до минус 35 градусов. На только сегодня 7499 рублей. Давайте сразу выберем цвет. Классический. Я выбираю бордовый цвет, но Микола сейчас демонстрирует вам классический окрас шубы из шиншиллы. Какой же это мягкий мех. Удивительный дизайн бюро. Дизайнер Мадлен Населенс представляет этот эко-мех. Также можно выбрать синий цвет. Да. Так, уберу. Фиолетовый. Он называется. Также вы можете выбрать коричневый цвет. Коричневый цвет. Да, и вы можете выбрать зеленый. 7499 рублей, бесплатная доставка. Смотрите, это бесплатная доставка и размерный ряд у нас просто умопомрачительный. Поэтому для первой покупки на телеканале Shopping Show вы можете выбрать бренды Санкт-Петербурга пиджаков. Почему его все так обожают, Миколушка? Ну, потому что северная столица уж точно знает, что такое холода и что такое ветер. И всегда выбирает для себя лучшие предложения. Поэтому данная шубка, имитирующая натуральную шкуру шиншиллы от бренда пиджаков, будет, наверное, самой актуальной и самой любимой в вашем гардеробе. Это мех, которому приятно прикасаться, который создает это самое тепло, а самое главное, сохраняет тепло, которое есть в вас. Здесь находится у нас с вами утеплитель Вольтера, который обеспечивает эту легкость и комфорт. И, как сказала наша королева телешопинга, он не делает вам ни одного лишнего сантиметра, потому что легкий, но в то же время очень теплый. Итак, смотрите, вот, пожалуйста, выбирая такой вариант, а вы выбираете шубу, которая напоминает такую же из шиншиллы. Дело даже не в том, что вам бы она обошлась в миллион, а может быть и больше. Вы знаете, что мех из шиншиллы очень нежный, и вам достаточно просто сесть в автомобиль, проехаться чуть-чуть, выйти и увидеть, что уже местами ваша шуба и мех поредел. И многие производители не хотят и не работают с мехом шиншиллы, потому что постоянно получают нарекания, почему мех себя ведет. Это особенность маленького создания шиншиллы, которая очаровательна и прекрасна. Заметьте, ни одна шиншилла при этом не пострадала, но вы получаете такой же нежный, чудесный мех. Да, прелесть именно эко-мехов в том, что они вечные. То, что из них можно создать любую конструкцию, любого повторить шерсть любого животного, но при этом не уничтожая популяцию тех самых животных. Плюс это выполняется из натуральных полотен. Вискоза хорошо работает как пластилин, из которого художники вылепливают те самые экологические меха. Да, у нас здесь с вами шубка, полностью имитирующая шиншиллу, но вы не потеряете ни одного ее волоска. При этом она согреет вас, потому что на ней даже капельки воды сползают быстро и исчезают. Только сегодня и только в этом прямом эфире вы можете выбрать восхитительную, роскошную, понимаете? Потому что пиджаков – это роскошные предложения. У нас размерный ряд от 50 до 66. Она теплая, до минус 35 благодаря Вольтерам, но при этом он тонкий и теплый. И именно сегодня, в честь нашего события «Открой удачный день», вы можете сэкономить и, кстати, почти 50% и выбрать для себя восхитительную шубу Элен, которая напоминает мех шиншиллы Миколушка, но благодаря чему она такая тонкая, легкая, теплая. А вот здесь как раз-таки работает сам утеплитель Вольтера, который часто использует бренд пиджаков в своих коллекциях. Вольтера – тончайший материал, полностью собрат, можно сказать, синдипона, но является более тонким продуктом. Он как раз-таки дает возможность вам сделать более плоскую поверхность, более разрыхленные подушечки, через которые проникает у нас с вами тепло. Вот как раз-таки вы видите, он гипоаллергенный, он теплый, легкий, а он у нас с вами очень прочный, а это значит, что после стирки данное изделие еще останется на месте. И, безусловно, это производство Италии. Итальянцы очень хороши именно в изготовлении таких материалов. Не зря шубы, в принципе, олицетворение Италии. Это бренды Fendi, это бренды Versace, это знаменитый дом Драма, в котором шуба составляет почти несколько миллионов долларов, а иногда и зашкаливает даже тысячи евро. Вот, вот! Но сегодня всего за 7499 рублей вы выбираете такой приятный мех. Просто необыкновенный. Кстати, мех шиншиллы натуральный, один из самых нежных. От 50 до 66 размера ряд.
мы заморозили цены. Поэтому вы выбираете сейчас по цене 2019 года. Вы знаете, что происходит сейчас с курсом? А вы скажете, а как курс евро связан с брендом пиджаков напрямую? Вольтер – это итальянский утеплитель. Сотрудничает пиджаков с французским дизайн-бюро. Представьте себе, Мадлен Несселенс. Ну и шуба Элен – это бестселлер телеканала. До 66-го размерный ряд, потрясающая палитра, не только классический окрас шиншиллы, но также у нас есть яркий бордовый, например. Цена снижена, большая палитра цвета, но это великолепная первая покупка. Смотрите, вы с удовольствием будете носить, причем мне нравится, что здесь не пуговицы, а динамичная молния, да. Что придает шубе Элен, да, такое динамичное, молодое звучание. Причем эта молния хорошо прячется за густистым мехом и под имитацию шиншиллы его практически не видно. Нет лишних деталей, вас не перегружают какими-то пуговицами или петлями. Этот рисунок плавно переходит вверх и делает вас более длинной. При этом мне очень нравится, что у нас контур каждого изделия оформлен под внутреннюю резиночку. Стяжка идет по рукавам, вы можете заправить перчатки или натянуть до локтя и надеть более удлиненные перчатки. Мне нравится эта стяжка, которая слегка присбаривает поверхность по низу, 92 сантиметра в длину. Каждому размеру увеличивается на 2 сантиметра, закрывает зону ягодиц. Не страшно в ней сидеть, не нужно ее подтягивать в автомобиле. Очень глубокая пройма, причем здесь у нас просажены подплечники для более эстетического состояния изделия, вточные карманы, которые вы просто не видите. И мне очень нравится выточка, которая идет сверху вниз. Она всегда хорошо ложится по портрету и не делает вас с эффектом голубиной груди. Смотрите, единственная презентация сегодня – цвет роскоши, цвет настроения. Представьте, тот самый зимний день, когда минус 35, а вы надеваете стильную модную шубу – серый, фиолетовый, коричневый, зеленый или бордовый. Все размеры уже горят огнем до минус 35 градусов. Статусная, легкая, с капюшоном, который вы легко сможете отстегнуть. И это бренд из Санкт-Петербурга. До 66-го размера ряд пиджаков. Вот она ваша первая покупка на телеканале Shop & Show. Минус 30 градусов.